боковые показатели. А в данном раунде победу одержал бои черной группировки Хабаков Влад. Напоминаю, девятая пара не состоится ввиду снятия Макаревича. Победа Ларьков Антона СЛТФ. После данного поединка десятая пара весовой категории 70 кг. Ползов Влад Колизей, Камешка Алексей. Динамо. А в этом раунде и в бою победу одержал боец черной группировки Кабаков Влад Дмитриевич.